Здравствуйте! Вы сегодня опять со мной в Везримас Кукинг. Я хочу сегодня вам показать, как я делаю лагман, самое любимое блюдо моей семьи. И хочу вам показать, как, с чего мы его начинаем. Я поставила кипятиться воду, чтобы отварить лапшу. Я купила ее в азиатском супермаркете, и она называется вот такая вот chopped with noodles, специальная для лагмана. А все овощи, перец, морковь, для этого понадобится еще корейская редька, баклажаны, лук, картошка надо порезать кубиками. Какие для этого нужны спайси для лагмана? Перец чили, чайная ложка паприки, пол чайной ложки чили, чайная ложка паприки, соль, хвели-сунели, смесь специй, сюда входит кориандр, пол чайной ложки, кумин, пол чайной ложки, черный перец, пол чайной ложки, сухие травы, в данном случае я положила укроп, и анисовые звездочки, это специальные, специфичные, значит, вот такие вот семена, которые кладутся в бульон лагмана. Мясо я порезала кубиками, зелень я подготовила, чтобы в конце готовки лагмана покрошить ее в бульон. Томатная паста проведена через блендер, натуральные помидоры, чтобы не испортить вкус вот этого лагмана. Затем я обязательно использую соевый соус, растительное масло и смесь пасты. Смесь пасты чеснока и имбиря. Называется ginger and garlic paste. Для такого азиатского вкуса. Наливаем растительное масло. Обжариваем чеснок для вкуса. Вытаскиваем. Закидываем мясо. Можно любое другое мясо. Куриное. Свинина. Не имеет значения. В данном случае у меня говядина. Слегка обжариваем. Кладем лук. Лука с мясом
Кладем морковь. И корейскую редьку белую. Она не горькая, такая сладкая, не сладкая. Хорошенько перемешиваем. И тушим. После того, как обжарилась корейская редька и морковь, кладем баклажаны и болгарский перец. Все нарезано кубиками. Кориандра, кумина и черного перца. Добавляем к этой подшавке. Нелли-сунелли. Очень хорошая приправа. Где-то вот пол чайной ложки. Хорошенько надо перемешать. Добавляем нарезанную картошку в кубик. Сейчас самое то время, когда надо добавить соевый соус. Где-то может быть 1 столовая ложка. Перец чили. Но он не такой острый, но это по желанию. Кто хочет острее, добавляет острый чили, перец чили. Это полу такой средний. Пол чайной ложки паприки. Паприка даст яркий цвет лагмана. Все хорошенько перемешаем. Добавляю пол чайной ложки пасты чеснока и имбиря. Это довольно-таки пряная специя. У нас очень хорошо все потушилось. Теперь я могу добавить помидоры, пропущенные через блендер. Или у нас везде продается crushed tomato. Одно и то же.
Все хорошенько перемешиваем. Дадим возможность всем специям познакомиться друг с другом. Все очень хорошо потушилось. Наливаем горячую воду. Где-то, наверное, 2 литра. Даем бульону вскипеть. Бульон у нас вскипел. Теперь мы добавляем столовую ложку соли, сухой укроп и анисовые звездочки. Вот 3 штучки я выбрала. Анисовые звездочки. Они дадут специфический вкус. Ну и остатки кориандра, черного перца и кумина я тоже положу. Хорошенько надо перемешать. Так. Накрыть крышкой. Полуоткрыв, чуть-чуть оставить вот зазор. Убавить огонь. Убавить огонь. Огонь убавлен. И дадим повариться вот этому бульону, насыщенному специями, минут 40. Лагман наш приготовился. По дому стоит аромат специй, очень такой запах неповторимый, я даже не могу объяснить. Вот весь букет запахов, исходящий от лагмана. Для лагмана нам понадобится лапша, которую я предварительно отварила, промыла специальной корейской. Я уже вам показала пакет. Эту лапшу мы берем в азиатском магазине. Вот так она выглядит. Лагман, как правило, едят с острым соусом. Перец чили, гарлик. Такая вот очень острая смесь. Соус соевый кикаман можно использовать. Или любой другой соевый соус. Зелень. Кто-то любит добавить винегар, уксус, но для этого нужен такой 5% уксус. Посмотрите, какой красивый получился лагман. Приятного аппетита!